Так, начинаем уборку свалки, как и говорил. Вот, сейчас будем заезжать, сейчас вычистим и будем копать. Так, ну вот, начинаем вот дамбу горнуть. Приступили к работе. Так, ну вот, процесс идет. Тут вообще одна глина. Вот. Вот так вот будет идти дамба. Насыпаться сейчас. И там, вот, вот она, дамба будет вот так идти. Вот и здесь. И здесь тоже. Ну, я думаю, нормально. Уже вот здесь, если не углубляться, здесь то получится уже 2 метра. Если делать по уровню, как я хочу. И глина как раз забьется, все не будет, все будет вообще герметично, все будет четко. Вот. Ну, дальше больше, потом включимся. Работаем 2 часа. Ну, трактор, вон он, копает экскаватор. Дамбу нагребает, вон она, видно, дамба. Здесь мусор только начали собирать, вот сколько мусора. Я уже показывал как-то. Это вот мы уже КамАЗ один нагорнули. Это просто, чтобы чисто проехать в ручей мусор, чтобы не попадал, чтобы здесь загорнуть. Вот, уже у нас запруда тут маленькая получилась. В общем, бросили мы вчера вечером. Солярка кончилась. И больше я так подумал, посмотрел, пообщался с людьми. Вот. За 8 часов он тут вообще ничего не сделал. На ровном месте, блин, крутился. Ну ладно, это вопрос. В общем, рассчитался, выгнал все. Ладно, бегом. В общем, здесь вот такую кучу, только маленькую нагребли. Здесь свалка вот. Вот она, видите, это только вот сейчас чуть-чуть. Вот здесь вот тут взяли, вот тут две кучи уже, две машины. И здесь еще, представьте, гляньте, какая куча. Все это надо сейчас будет. Экскаватор придет, может быть, завтра. Сейчас договорился с другим экскаватором, с большим. Не помню, Mitsubishi или Hitachi. 1,2 куба ковш. Такой гусеничный. Так, ну, кто в курсе, тот понимает, да? Вот сколько мусора. Та ты что тут? Я не знаю, тут надо еще один котлован, как у меня, озеро выкопать, чтобы этот мусор весь зарыть. Ну, как-то вот так вот. Сейчас я еще покажу. Так, топор надо забрать. Это вот проезд через ручей. Ручей не трогаем. Ручей остается. Потому что по закону нельзя. Моя межа, вон она, дерево. Вот так вот это идет. То есть еще можно было горнуть, там уже ручей. Ладно, это мы потом разберемся. В общем, вот это вот ковырял за 8 часов. Я не знаю, лопаты втроем можно было бы раскидать, если бы мягкий грунт был. Ну, я так, в шутку. Ну, в общем, слабо вообще. Тут насыпал, если вы помните, здесь насыпано вот так всего, здесь было вот. Вот. Здесь не трогался вообще грунт. Брался только здесь. Нифига, короче. Ну ладно, как-то так. Завтра будем ждать большого этого экскаватора. Мы с дочей вышли на прогулку. Вот. Вот дочь десант наш ходит. Вот оно, наше озеро получается. Начало строительства нашего озера. Вот она. Дочь наша бежит.